Продолжим выпуск. Более чем на 500 000 тенге выписали штрафов полицейские за неубранный снег с начала года. Наказывают жителей частного сектора, предпринимателей и обслуживающие организации. При этом дворы и улицы города продолжают утопать в сугробах. Люди не перестают жаловаться. Еще больше возмущений после выходных. Метель в Павлодаре продолжалась все выходные. В субботу осадки выпали до 1,5 мм, в воскресенье до 1 мм. Тротуары засыпало снегом, ходить по городу стало тяжело, говорят павлодарцы. При этом в городском акимате заверяют, отдел ЖКХ работает в штатном режиме. Ну, в этом году плохо чистится. Снегу кругом, например, на тротуар ходить невозможно. Ну, желательно, чтобы приняли какие-то меры. Ой, вы знаете, во дворах вообще не убирают. Тут хоть немножко видно, что что-то везут, а во дворах вообще ходить. Вот мне, для меня, человека такого уже не молодого, очень тяжело ходить по снегу. Ничего не делается, вообще ничего не делает. В этом году я не знаю, почему, с чем это связано. Плохо. Стали плохо работать. Лучше было. Между прочим, года 3 тому или 4. Хотя что-то последние 2 года вообще плохо. А в отделе жилищной инспекции заявляют, ведется работа по очистке дворов. Для этого задействовали 65 единиц техники, снег убрали более чем на 300 адресах. С декабря месяца по настоящее время обслуживающими организациями города Павлодар на постоянной основе ведутся работы по очистке снега с внутриквартальных территорий. Так, на сегодняшний день в уборке приняли участие порядка 70 КСК. Данные виды работ проводятся за счет собственников квартир. За счет целевых сборов, либо же с накопительных счетов. Ежедневно сотрудники местной полицейской службы совместно с местными исполнительными органами осуществляются рейдовые мероприятия на территории города Павлодара. Путем обхода территории города Павлодара при выявлении нарушений, то есть фактов невывоза снега, складирования, виновные лица привлекаются к административной ответственности. Всего с начала года было выявлено 405 нарушений по статье 505 Административного кодекса. Выписали 12 штрафов за неубранный снег на сумму более чем 500 000 тенге. Среди них 3 обслуживающие организации. Азиза Исабай, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис».